Я просто не понимаю, почему так происходит. То есть я отвлекаюсь на какую-то волну общественного мнения, либо наоборот закрываюсь от нее, и поэтому всем кажется, что я странная. Может, я натыкаюсь на недоверие или непонимание, хотя не думаю. Но надо точно найти причину, почему это происходит. Потому что я устала бояться себя. Я сидела и залипала в одну точку, когда ко мне подсел какой-то чувак. Он впаривал мне что-то про какие-то понятные лишь ему ценности. Чуть ли не орал мне в ухо о том, что деньги решают все. Серьезно? По-моему, так часто бывает с теми, для кого новые кроссы куда важнее долгожданной встречи с любимыми. Он мне надоел. Я не сочла нужным что-то говорить ему и ушла. Но я задумалась. Неужели это частое явление? Вот ты скажи мне, что выберешь ты? Меня очень удивила эта встреча, потому что он показался мне таким же ненужным, как и я. Почему? Потому что я не знаю, зачем ты рассказываешь все это мне. Пытаешься меня убедить? Или еще сложнее, убедить себя? Твои желания противоречат друг другу, ты оказался слишком эгоистичным, и поэтому наш разговор оставил неприятный осадок. Внезапно я поймала себя на мысли, как много таких людей, которые думают так же. Немного ли тех, кто с удовольствием продолжил бы с ним разговор? А самое главное, мог бы кто-нибудь из моего окружения с ним поспорить? Такие принципы мне точно не близки, и значит, в моем мире одной проблемы меньше. Я все еще в своем уме, и благодаря этому человеку я больше в этом не сомневаюсь. Как часто мы слышим мнения, советы, выводы других людей, и как быстро мы начинаем этому верить? Теряем себя и боимся всего, что может нас вернуть. Как страшно увидеть себя без лица. Тогда будь тем, чем другие еще не были.